S1 Intel. Хочу сделать Нави лучшей командой в мире. Александр Костылев прокомментировал получение награды от HL TV. Украинский игрок на Тисвин Сир Александр S1 Intel Костылев поблагодарил своих болельщиков за поддержку после победы в номинации «Лучший игрок в Counter-Strike Global Offensive» по версии HL TV. Также киберспортсмен рассказал о своих дальнейших планах. У каждого профессионального игрока есть мечта, которую он хотел бы осуществить в своей карьере. Для некоторых цели слишком амбициозны, для других – нет. Я хочу сделать свою команду Нави лучшей в мире. Не буду скрывать, я стремился к первому месту в рейтинге HL TV. Я навсегда запомню этот день. Знаю, что самое главное – это удержать первое место, а не только на нем оказаться. Мне необходимо ставить рекорды. И я уверен, что это возможно вместе с Нави. Обещаю тренироваться еще больше и стараться изо всех сил. Я предельно мотивирован, написал S1 Intel в своем Instagram. Смотрите лучшие моменты Александра Костылева. Ранее сообщалось, что футболист Шахтера Виктор Коваленко взял мастер-класс по CSGO S1 Intel. По материалам сайта newsgro.com.